Здравствуйте, зрители моего канала, подписчики. Вот приобретение мое, Симба. Чистопородный, но она породу назвала, я забыл, что-то. Откуда-то издалека теленком привезенный, у нее там чистопородные айширы, ну, коровы. По 180 тысяч, говорит. Они, короче, переезжают в Краснодар, что ли, она сказала. А коров с собой увозят, а бычка и поросят распродают. Там поросят 7-месячные по 15 тысяч, говорит, все. Там 8-12 голов, что ли, у нее. Хрячки там, полукабаны. Так, ладно, замерил я его. 259 килограмм показал, ну, 260. Упит он всего нормально. Ел он отруби ел и сено. Короче, ни ячменя там, ни овса, а просто отруби. Он рог он поранил, когда тут спускали. Башкой начал биться об дорогу. Он треснул рожок. Возраст 10 месяцев. В объявлении было 9. А я посчитал, я говорю. Короче, он июльский. Ну, или 9,5, или 10. Короче, будем считать, что 10-месячный. Вес 260, цена 50 тысяч было. Они писали 9 месяцев. Ну, короче, сторговался на 48, она нет. Я говорю, ну он маленький. Короче, ладно, говорит. У него, говорит, доставка коров туда 88 тысяч только. Вот он еще не облинял, вон у него пушок. Ну и грудина у него узковатая, конечно. Ну, видно, что не мясной. Так, это у меня ожила, а вчера веселее стало. А сегодня все, уже лает, кидается. Молоко кушает. Короче, жить будем. Так, я ему еще ничего не давал. Так, ну вот и все новости, наверное. Расстояние тут близко. В Вайбере выложили они. 18 туда, 18 обратно. Ну, это напрямую. Вот такие дела. Там еще на днях должны привезти маленьких месячных. Сказали месячные по 17. Ну, там посмотрим, что привезут. Ну, теперь, наверное, может, одного-двоих только возьму, потому что денег нету. Это я его, скорее всего, я вот думаю, может, его в загон выгнать. Этих уже не надо выгонять, они там переломают других телят. И схуднут они, а этот пока не такой упитанный. И вот этого не буду выгонять, он уже крупноватый для них. Надо его теперь нагонять. Наверное, я и черных еще, не знаю, подумаю, загоню сюда. Потому что там вот тоже год черному, он ровесник моему. И угольку тоже 20-го будет год. Ну, уголек упитанный, но маленький. Кстати, они телочку огуляли мне 8,5 месяцев. Посмотрим, что будет. Ну все.